Добрый вечер. Мы рады видеть вас сегодня в клубе Алексея Козлова. Сегодня для вас будет специальный концерт группы Бинго Паприка. Мы начинаем с авторской композиции, которая называется Going Out Anthem. Thank you.
Чикаго. Прозвучали композиции Burnout Anthem и Urban Jazz. А сейчас «Время действовать». Следующая композиция называется «Время действовать». Thank you.
Сейчас прозвучит композиция, которой еще нет названия. Но ребята все равно поняли, какую композицию сейчас сыграем. Thank you.
А сейчас, сейчас на сцену я хочу позвать наших специальных гостей. Это вокальное трио Микки. Вокальное трио Микки есть? Добрый вечер, друзья. Ну что ж, мы вокальное трио Микки в содружестве с прекрасным коллективом Bingo Paprika, с Владиславом Дубровиным. Сегодня исполним вам песню замечательную, очень старую, может быть, кто-то из вас ее узнает, итальянскую. Надеюсь, в зале есть любители итальянской музыки. Ну что, друзья, мы готовы? А, вы готовы, да? А давайте как-то погромче поприветствуем. Вот, 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 уже узнала, это замечательно. Маэстро. Americano, 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 americano
большое. Вокальная группа Микки. Полное название Микки Систерс. Это были наши специальные гости. А сейчас мы сыграем композицию в квартете, которая называется The Good Way. Thank you.
А для следующей композиции я бы хотел вернуть всех музыкантов на сцену. И позвать также еще нашу специальную гостью Юлию Костерову. Мы сыграем ее композицию, которая называется «The Wave of Luck». «The Wave of Luck». Специально для этого концерта мы сделали версию этой композиции с аранжировкой на духовые. Добавили туда еще 4 голоса в каждую ноту по аккорду. Такая версия сегодня прозвучит впервые, и, возможно, это вообще единственный раз, когда такая версия прозвучит, так что это особое такое событие. А сейчас мы настраиваемся, я загружаю звуки, Юля настраивает гитару. Вот можно еще что-нибудь настроить сейчас, пока у нас есть немного времени. Это была необходимая пауза, потому что сейчас будет громко. Готовьтесь. We'll be right back.
The Wave of Clock. The Wave of Luck называется композиция. Это ее композиция с альбома Springs of Time, в котором участвуют Дерек Шеринян и Марко Минимум. Доступен на iTunes и везде. Мы с Юлей еще не прощаемся, мы с ней еще увидимся в следующих композициях. Сейчас прозвучит композиция, которую я посвятил Даниилу Хармсу. У него есть там такой «Машкин убил Кошкина», рассказ короткий. Вот, и там было такое явление, как оскорбительный танец. Вот, следующая композиция называется «Offensive Dance». Thank you.
Следующая композиция называется «Downtown Shuffle» – «Прогулка в центре города». Thank you.
Стиле написана следующая композиция. Она называется «Слишком радостная для блюза». Thank you.
шоу Vortex Dance. Вы можете увидеть Vortex Dance 25 октября в Доме музыки. У них будет концерт, который называется «Магия ритма». А 6 ноября у нас будет совместное еще выступление с ребятами. Следите за обновлением в нашей группе ВКонтакте. Мы сообщим, как это будет, где. Михаил Бручеев, труба. Альберт Сабарзянов, фальт, саксофон. Алексей Минеев, тенор, саксофон. Алексей Антонов, тромбон. Святослав Шуковцов, бас-гитара. Виктор Кукормин, барабаны. Денис Сазонов, гитара. Юрий Витаренко, перкуссия. Меня зовут Владислав Дубравин, я играл на рояле. И продолжаю. А сейчас на эту сцену я хочу позвать нашу специальную гостью. Анастасию Гловацких. Наши аплодисменты. Мы покажем несколько авторских песен Анастасии. Всем добрый вечер! Сегодня замечательный творческий вечер замечательного проекта «Бинго Паприка», лидером которого является мой друг, талантливый композитор, пианист Владислав Дубровин. И мне очень радостно быть на этой сцене и исполнять свои авторские песни. Спасибо тебе, Влад, за то, что ты чувствуешь мою музыку, чувствуешь так тонко, как никто другой. Можно начинать, так как разговаривать особо не мой конек, так что все. Мы не совместимы, ты, я,
Thank you.
Очень волнительно, на самом деле, петь авторские песни. Можно водички попросить, парни? Следующая песня называется «Небо судья». Сегодня у нас премьера, мы впервые исполняем эти песни. Спасибо. Спасибо большое, Влад. Анастасия Гловацкая.
Спасибо. А сейчас мы сыграем композицию, которая называется «Flirty Funk».
Самбу.
На сцену еще одного нашего специального гостя. Это Роман Графов. Мы исполнили его авторские песни, которые называются «Я приду» и «Я научусь летать». Да, странная последовательность на самом деле. Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Очень волнительно на самом деле здесь стоять. В первый раз на этой сцене. Очень уютно, коверчик. Тепло, ребят, да? Да, спасибо. В общем, песню эту я написал, когда очень сильно хотел уехать на море, буквально накануне. Вот, так что всем, кто хочет на море, в тепло, посвящается. Мое разблокирует сердце.
Что позвал, что заморочился всей этой идеей сделать аранжировки на песню. На самом деле, следующая песня, которая прозвучит, если так сказать, что, наверное, Влад начал думать над аранжировкой на эту песню еще, не знаю, об этом концерте, да? То есть года так два назад, да, мы разобрали под клавиши ее. Вот представляете, какой долгий путь вот отсюда, вот до вот этого места, до этого концерта. Так что... Я думаю, должно что-то получиться. Глобальное, да, Влад? Да. Официальная премьера этой песни будет попозже. А сейчас будет такой небольшой предпремьерный показ. Но превьюшечки. В этот раз это будет с духовой секцией. Следующая песня очень такая супергеройская. Называется «Я научусь летать». Сразу видно масштабы. Thank you.
Сейчас прозвучит композиция, которая называется Russian Folk Funk, русский народный фанк. При ее написании ни одна русская народная тема не пострадала. Thank you.
Спасибо. А сейчас прозвучит самая страшная композиция за сегодняшний вечер. Она называется «Сам Кулы». Немного круто. И для исполнения этой вещи я хочу позвать снова Юлию Костерову. Давайте поаплодируем ее. Это самая полифоническая композиция на сегодня. Самая близкая к фри-джазу. Это потому, что скоро Хэллоуин, поэтому надо уже вот такое настроение, чтобы было. Thank you.
сейчас на сцену мы позовем снова Микки Систерс. И исполним джазовую классику. Синг-синг-синг. И снова здравствуйте. И на сцену с нами, кстати, рядом со сценой, приглашаются замечательные, просто потрясающие танцоры, которые сделаны нам сегодняшний вечер. Давайте похлопаем и встретим их. И все вместе. Группа Бинго Паблика, группа Микки, замечательные танцоры, мы вам представим шикарный, просто замечательный свинговый номер. Поехали. Vortex Dance. Виктор Шустов и Тимофей Тимофеев. Микки Систерс. Обведу тогда уж всех. Михаил Бручеев, труба. А
Алексей Минеев, тенор-саксофон. Альберт Сабирзянов, фальц-саксофон. Алексей Антонов, тромбон. Виктор Кукормин, барабаны. Святослав Шиковцов, бас-гитара. Денис Сазонов, гитара. Меня зовут Владислав Дубравин. Юрий Вдовенко, перкуссия. Наши специальные гости Юлия Костерова. Также в концерте принимали участие Анастасия Гловацких и Роман Графов. Nikki Sisters и Vortex Dance Show. Для вас играла группа Bingo Paprika. Подписывайтесь на наши страницы ВКонтакте, в Фейсбуке, на Ютубе и в Инстаграме. Следите за нашими новостями, приходите на наш концерт, мы будем вам всегда рады. Наша заключительная композиция называется ABGF. Она построена на трех нотах, на ля бемоль, соль и фа. Мы зовем на сцену вообще всех участников концерта, и сейчас мы будем играть много импровизаций на эту тему. Thank you.
Денис Азамов, гитара!
Алексей Антонов, тромбон. Святослав Шаховцов, бас-гитара. Виктор Кукормин, барабаны. Меня зовут Владислав Дубравин. Спасибо, что были с нами. Друзья, Владислав Дубравин! Ой, спасибо. Если вам понравилось Vortex Dance Show, приходите к ним на концерт 25 октября в Доме музыки. Это будет уже послезавтра. А также у нас будет совместное выступление 6 ноября в ДК МАИ. Более подробная информация появится в нашей группе ВКонтакте. Vortex Dance Show. Виктор Шустов, Тимофей Тимофеев. Спасибо, до новых встреч.